Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор первого каталога Faberlic, первого в 2021 году. И он больше такой распродажный, здесь мало совсем новиночек, но много интересных распродаж. Еще расскажу вам, какие парфюмы мне Faberlic нравятся, вы давно просили об этом рассказать, а то мы их в последнее время все время пролистываем. Итак, поехали. На первых страницах у нас история создания кислородной косметики, ее развития и совершенствования, да, аж с 97 года, 20 с лишним лет уже. Мне, кстати, очень понравилась эта линейка Global Oxygen, все добью свой уход и возьму обязательно из этой серии крема попробовать. А пенка, это вообще восторг, девчонки, так где она у нас? Вот кислородная пенка, 500 рублей без скидок консультанта. Великолепная, изумительно снимает макияж, вообще потрясающе, очень понравилась ночная маска. Ночная маска у нас стоит с вами 799 рублей без скидки. Довольно такая небюджетная линейка, серия, да, но действительно есть эффект, очень нравится. От маски небольшой эффект липкости, но там в составе гиалуронка, поэтому как бы все нормально. Только на ночной основе, поэтому мне ее удобно и комфортно применять. Про Faberlic Like. Нам снова напоминают условия и акции. Так, пошли аромат. Я, кстати, брала себе аромат Портужур. Сначала он мне в пробнике понравился, потом не очень. Как-то нет-нет. Из того, что представлено здесь, пока нет. Мужские ароматы, мужские линейки у нас с вами по скидкам. Тушь-тушь вот это лежит, и как-то к ней совсем не тянется, девчонки, рука. Потому что мискер гораздо удобнее, и эффект, в принципе, тот же самый, поэтому разницы не вижу. Зачем платить больше, как бы, и претерпевать все неудобства. Хорошая будет скидка на помаду Keep Balm. Это вроде как и что-то среднее между помадой и бальзамом, но в то же время очень насыщенная пигментация. Очень комфортная, действительно питает губки. Поэтому мне нравится, присмотритесь. Буду брать, девчонки, краску. Будем с вами вместе краситься. У нас любые две упаковки краски Salon Keo по 179 рублей. Мне хотелось где-то в пятой цветовой гамме себе выбрать оттенок. Нет, в шестой. Но нашла тот, который мне нравится, в пятой, мокко. Вот этот красивый такой достаточно благородный цвет, да. Поэтому, скорее всего, буду брать две упаковки вот этого вот мокко. А в эксперта не нашла такого оттенка холодного именно в пятерке и шестерке. Там только если пепельный блонд. Но он меня не возьмет, естественно. Salon Keo. Небольшие скидочки, не скажу, что прям сильные такие. Я сейчас добиваю линейку вот этого умный кератин, смарт-кератин. Раньше у меня этот шампунь был в любимчиках, но сейчас почему-то к нему рука не тянется, девчонки. Пушит, начал пушить мне волосы. Да, здесь нет силиконов, по-моему, нет парабенов. Они у нас бессульфатные, да, без СЛС. Вот, и как-то раньше все хорошо было, а сейчас почему-то пушит волосы, не знаю. Ну, мои волосы любят силиконы, наверное, как и многие. Возможно, и поэтому такая реакция. Новинка в серии Биомика, восстанавливающий тоник сыворотка. Очень интересный продукт, и можно будет взять пока по хорошей цене. Возьмем, конечно, возьмем с вами и попробуем. Быстро восстанавливает кожу, поддерживает ее микробиом, прекрасно тонизирует на чистую кожу, чтобы подготовить ее к следующему этапу ухода, нанесению макияжа. Ну, интересно, интересно, попробуем, возьмем обязательно, почему бы и нет. Надеюсь, что не будет такого дискомфорта, который был от мицеллярной воды. На пилинг сейчас хорошая цена. При покупке всех трех средств набор обойдется в 1000 рублей без скидки, да. Это хорошая на самом деле цена, потому что его хватает надолго. На сезон точно абсолютно до наступления тепла, до активного солнца вам хватит использовать однозначно, а то и остается. Первый шаг это у нас, собственно, кислоты. Второй шаг это у нас что-то типа гаммажа, скрабика такого. И третий шаг это крем восстанавливающий. Я им не пользовалась, пользовалась своим кремом, но если кожа чувствительная, конечно, в нем есть смысл. Неплохие скидки на линейку Expert. У меня сейчас с ретинолом закончился крем, еще осталась сыворотка. Я довольна этими средствами. Возможно, в будущем попробую и коллаген. Очень хорошие, понравились. А шприцы, девчонки, у меня был, сейчас скажу какой, не корректор глубоких морщин, а стоп морщинам, вот этот. И что могу сказать про его использование? Здесь заметила такой эффект. Наносишь, да, с утра под крем свой дневной на морщины, и они разглаживаются визуально, зрительно они разглаживаются, все их не видно. Вечером, когда умываешься, они возвращаются опять на свое место. То есть у меня был эффект такой временный. И после курса этого шприца как бы морщина моя на лбу так и осталась на месте.
А в линейке у нас вот этой вот Себа Баланс появляется вот такая вот умывалка, которая была у нас в линейке Эксперт с красным крестиком, да, может она и есть еще. Тоже такая же пудра для умывания, сосочищающая пудра, она даже называется так же. У меня еще где-то она в остатках, кстати, стоит, и мне кажется, в принципе, что это одно и то же. Также называлась, такая же абсолютно была баночка, только не зеленая полосочка, да, а красный крестик. Очень интересно будет попробовать вот этот кварцевый массажер, если он мне не придет по программе для консультантов, не получится у меня его, да, взять, то приобрету, хочу приобрести его. Интересно, у нас будет по программе Faberlic Like 2200, 70% скидка, а 2200 будет цена более-менее такая адекватная. Буду, скорее всего, запасаться мицеллярной водичкой вербена. Она мне безумно нравится. По 109 рублей. Это хорошая для нее цена. Она абсолютно не щиплет глазки. Очень комфортная. С приятным ароматом таким лимонника. И снимает достаточно стойкий макияж. Поэтому вот одна из моих любимых мицеллярочек Faberlic. В линейке Love появляется у нас твердое мыло туалетное, да, по 59 рублей. Вот такой вот милый кусочек мыла в виде овечки, да, очищение и питание, вот как. Я брать не буду, потому что твердым мылом не пользуюсь. Беру иногда так чисто ради интереса, оно у меня так и лежит, совсем-совсем неиспользованное. Давно хочу взять, девчонки, попробовать вот этот вот ополаскиватель для полости рта. Содержит экстракты трав и растительные аминокислоты. На него будет приятная, в принципе, цена 199 рублей. И многие девчонки его хвалили, говорили, что, в принципе, им можно дезинфицировать полость рта. И даже некоторые девчонки говорили, что очень здорово помогает при ангине полоскать им горло. Поэтому мне стало очень интересно. Я все никак руки не доходили. Теперь хочу попробовать. Будет отличная цена на бальзам. Гладкие пяточки, любимые, 99 рублей. Возьму себе несколько штук опять в запас. И размягчающий крем-компресс для ног. Я его, кстати, не брала, потому что даже не хочется экспериментировать. Настолько уж устраивает бальзам гладкие пяточки, что все остальное отходит на второй план уже. Здесь у нас, кстати, новинка мужского аромата. Я уже потестировала страничку, потерла, девчонки, и мне не понравилось совершенно. Будет пробник на эту воду. У меня где-то есть код. Найду, потом пропишу вам. По мне это запах, ну не знаю, так не должно по мне пахнуть от мужчины, но это мой вкус. По мне это аромат какого-то геля для душа из линейки Avon Senses, девчонки, но никак не парфюма. По мне, я не хотела бы, чтобы мой мужчина так пах, поэтому я к покупке эту туалетную воду совершенно не рассматриваю. Линейка Lancelot, кстати, хотела вам сказать, мы брали по Faberlic Club с вами Lancelot, пену для бритья, и Vent Adventures, голубую, да, и муж сказал все-таки, что Vent Adventures гораздо лучше и приятнее, комфортнее с ней бритье, чем Lancelot. Он оценил именно голубую, как вы мне, в принципе, писали и советовали, да, так оно и получилось. Сказал, что вот вот какая-то так себе. Не ахти. Сейчас должна быть у нас тут уже скоро женская туалетная водичка. Портмоне мужские. В принципе, ничего. Со скидкой консультанта рублей за 800, да, выйдет. Ну, нормальная цена. Тека кожа у нас. Так, пошли ароматы. Я нейтрально отношусь к Ренате. Их зелененькой, их красный. Довольно приятный аромат. Едашки мне не очень нравятся. Донна Феличи, по мне, ну, тоже не очень. Но у нее есть любители. Викинг приятный, но не сказать, что прям вау, я хочу за 1500 флакон этой туалетной воды. Нет, не хочу. И даже за 700. Была у меня Urban Legend, была Бамонт. Нет, не нравится. Вот инкогнито у меня свекровь очень любит. Я ей, когда бывают распродажи, беру... Приятный аромат, но мне кажется, такой немножечко более возрастной. Но он интересный, он стойкий. Так, про Элисар мы с вами уже много раз разговаривали. Он мне что-то то нравится, то не нравится. Не могу никак определиться. Дезирабль, ну, ничего так, ничего. Более-менее. Так, дальше. В одно время очень хотела, кстати, себе, когда только появился Виолет, купить себе его, потому что достаточно интересный. Он, правда, такой вот какой-то гурманский. Вкусненький такой, видите, тут ежевека у нас есть, пурпурная магнолия, такой яркий достаточно аромат, но тоже вот не зацепил, нет чего-то вот, что зацепит, прям не могу сказать. Аромат Офиерик Сенсуэли, очень приятный, сладенький, у меня раньше часто его брали, приятный-приятный прям вообще, шоколад, здесь жасмин, корица, видите. Почему-то вчера только в комментариях под видео с девчонками разговаривали, убрали Эмансуэли, его, кстати, на сайте нет, я тоже перелазила весь сайт, приложение, нет Эмансуэли, неужели его убрали, потому что это был очень достойный аромат.
Флерет неплохой. Неплохой тоже аромат. Такой весенний, легкий, но абсолютно не стойкий. Абсолютно. Так, что тут у нас еще осталось? И вот последняя моя хотелка, это бьюти-кафе Каприз. Я не знаю, то ли по Фаберлик Лайк возьму себе полноразмерку, то ли возьму себе 30 мл. Но в каталоге не представлена в этом объеме водичка, но, естественно, она есть на сайте. И со скидкой, я посмотрела, уже обойдется там в 300 с копейками рублей. Это нормально, потому что полноразмерку я не факт, что доиспользую. И не факт, что она мне не разонравится скоро. Пока вот прям очень нравится. Мне понравился гель для душа. И поэтому решила взять именно этот парфюм себе. И здесь, кстати, на малышке скидок не будет. Видите, какая цена? Почти за такую же цену можно взять в объеме 30 мл. Поэтому вот так. Еще одна новинка в линейке Glam Team появляется консилер в трех оттенках. Брать не буду, девчонки, потому что я ими не пользуюсь. Или в этом, или в следующем опять каталоге никак не добью кушон ICU. Как добью, будем брать с вами обязательно кушон из этой линейки. Где он у нас, дорогой? Вот он. Обязательно по Фаберлик Лайк возьму. Потом кушон. Вот такой вот темненький хочу. Глиттер. Глиттер я вам уже показывала, рассказывала. Мне очень понравился. Прям на празднике красиво смотрелось. Все спрашивали, что у тебя на глазах. Прям такая красота. Супер-пупер все. В серии зубных паст Нуки появляется новинка с дыней, эфирными маслами мяты. Наверное, это будет что-то вкусненькое. Но смотрите, эфирное масло мяты. Многие девочки пользуются Нуки, потому что не любят именно мяту в пастах. У кого-то на нее просто рвотный рефлекс. Да, здесь будет у нас мята. Обратите внимание, я эти пасты не люблю, они мне не подходят, поэтому мимо новинки прохожу. Дезодоранты по хорошей цене. Буду брать себе обязательно две штуки в запас. Неплохая акция на коктейли и супы. Наверное, все их стали сейчас брать по VIP-программе и по программе Faberlic Like. И поэтому решили сделать вот такую скидку. 1 плюс 1 равно 3. То есть каждый у нас выйдет за 1199 рублей, да, без скидки. Это нормальная, кстати, цена, если мы возьмем 3. Ой, если мы возьмем 2. Если мы возьмем 2, каждый выйдет по такой цене. Такая вот интересная акция. Можно взять и коктейль, и супчик. Здорово. Новое средство для унитазов мы с вами тестировали. Оно мне понравилось гораздо больше, чем наше привычное средство, да, где оно у нас тут, тут где-то было, в общем-то. Мощнее, мощнее со своей задачей справляется. Моментально отъел налет у меня, который не отъедало обычное наше средство, да, поэтому пока цена нормальная, надо брать, запасаться. И очень нравится тоже вот это биосредство моющее. Я с ним полы мою, прям нравится. И то, что вот этот аромат натуральный, натуральных эфирных масел, это тоже на самом деле ценно, особенно сейчас в сезон простуд. Так, что интересного нам еще приготовил каталог? Хочу взять, девчонки, спрей защиты от обуви, защиту обуви от влаги, грязи, реагентов. Вот этот, кто пробовал, расскажите, пожалуйста, действительно ли помогает. Потому что у меня вся зимняя обувь замшевая, у мужа тоже. И наши зимы с лужами, вот без таких средств никак. И очень хочется попробовать. Я еще не брала из этой линейки ничего, только губки, да. Кто пробовал, девчонки, напишите, действительно ли спасает от промокания, защищает ли от влаги и так далее. Одежду я пролистнула, и мы с вами в самом конце каталога попадаем на распродажу. Здесь классная цена будет на тень галактическое путешествие. Я их очень, кстати, люблю. Мне нравится, знаете, какой самый любимый оттенок, светленький. Так, скорость света, вот этот, очень красивый оттеночек. Карандаш вот этот для бровей тоже мне очень нравился. Цена на него привлекательная, потому что выводит, наверное, здесь все то, что выводит в конце каталога, да. А сейчас уже в другой линейке, в новой, есть замена этому карандашу, да. За 129 рублей его можно взять, потому что он настолько тонкий, что большой расход. Дней на 10 его хватает. А вот такая тушь, очень интересная кисточка, лимитка, да, лимитированный выпуск за 149 рублей. Кисть хорошая. Если бы у меня сейчас не было 3 туши в запасе, я бы себе обязательно взяла такую потестировать. Блески старые, давно их не было в каталоге, прям я их помню, по 149 рублей. У них, кстати, довольно насыщенная пигментация, они самые приятные, но все равно тоже липкость есть из тех, что есть в Фаберлик. Так, бархатный сезон, но сейчас нет, она подсушивает губы, есть только на лето какой-нибудь оттеночек себе брать. Румяшки-шарики обязательно можно по такой цене взять. Лаки. Я отсюда ничего не буду себе брать. Парфюмированные дезодоранты, гели для душа. Если только, может быть, жидкими мылами затарюсь, да, по 99 рублей из линейки Витамания. А у нас в большом объеме нет ботаника за 139 рублей. Где объем-то? Девчонки, лилы же не едят. А, да, в большом, 400 миллилитров.
за 139 рублей. Хорошая цена. И недавно с девочками разговаривали про шампунь или крем. И вот как раз кокосиком есть у нас в каталоге, наверное, распродают остатки по 99 рублей. Мне очень, кстати, нравится с кокосом именно. Я пробовала, другие нет. Бальзам и шампунь из этой линейки. Дочери, я помню, подходил, поэтому, может быть, возьму. Поставлю в запасе к ребенку хотя бы, потому что помню, вот прям волосы у нее хорошо расчесывались после этой серии. Так, зима распродается у нас, но не сильно, конечно, большие скидочки. Но это из актуального. Девчонки, хочу кружки, но не вот такую вот желтую. Сумочка тут у нас, да? Смотрите, новинка какая. Так, хочу кружки себе, не знаю, наверное, возьму две разные. Одну фиолетовую, другую зеленую, вот такую насыщенную. Может, две одинаковые, посмотрю. Но как-то все равно хочется разные. Фиолетовая поприятнее. Здесь с одной стороны рисунок, с другой надпись. А на зеленые слова, да? 599 рублей без скидки. Со скидкой выйдет 400, наверное, с небольшим, да, за кружку. Возможно, это сильно дорого, но мне хочется именно такие кружечки. Хочу свои обновить. Мои же у меня давно где-то местами подстерлись или еще что-то. Поэтому кружки буду брать обязательно. Посмотрим с вами. Это стопроцентный фарфор. Это здорово. И объем у нас здесь. Я сейчас люблю большие кружки. 450 миллилитров. Хорошо. Прям кофейку с утра как налил. И красота. Ну и все, мой хороший подарок для новых консультантов будет у нас неплохой в этом каталоге. Стиральный порошок и пятновыводитель Гринли. Достойный очень подарок. Если вы еще не зарегистрированы, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. И тогда я буду вашим наставником. Ну а я с вами прощаюсь. Пишите, что вы будете брать по распродаже. Всех люблю, целую. Всем приятных покупок. Всем пока-пока.